Далее, представляю вам, как мост стали на месте Галерии Беспомощи, проект, который заложены на слов проекта бюджета на ближайшие годы, которые на сегодня должны быть сделаны. Какой закон в соответствии с требованиями законодательства? С учетом основных трендов развития в отчетном периоде, текущей ситуации и ожидаемых прогнозов до конца года, а также основных параметров в связи с срочным прогнозом Российской Федерации. Основные параметры прогноза были рассмотрены и одобрены на заседании правительства Петербурга. Прежде чем перейти к прогнозу, несколько слов о текущей ситуации в экономике. Начиная с марта текущего года, существенно изменились внешние условия, обусловленные введением санкций в отношении Российской Федерации. Недружественные страны продолжают усиливать санкционное давление и вводить новые меры, направленные на сферу российской экономики. Хочу прекрасно конец своим предприятиям. Пакет ограничительных мер привел к разрыву производства логистических цепочек и необходимости перенастройки производства. Высокая волатильность ситуации на внешнем рынке, существенного снижения импорта и ускорения рынка. Многие его приказы ощутили на себе. Но, тем не менее, выдвигали нашу вперед, предполагая о том, что наши промышленники и институты смогли успешно это проект. Сложная геополитическая обстановка и введение санкций